Таджикистан среди стран Центральной Азии продолжает оставаться страной, входящей в категорию опасный уровень рисков, заняв 57 место среди 178 стран в рейтинге слабости государств мира 2016 Fragile States Index 2016. Данный рейтинг ежегодно составляется исследовательским центром Фонд мира и американским журналом Foreign Policy. Рейтинг слабости государств мира отражает способность и неспособность властей контролировать целостность своей территории, а также демографическую, политическую и экономическую ситуацию в стране. Анализ индекса проводится на основании 12 так называемых критериев слабости государства, которые объединены в три группы – социальные, экономические и военно-политические. В этих сферах Таджикистан относится к категории очень слабых стран, то есть уровень стабильности ниже среднего наравне с Коморскими островами. Примечательно, что даже После подобной статистики по республике власти Таджикистана, как ни в чем не бывало, твердят о том, что тиран Рахмон является спасителем нации, основателем таджикской государственности, гарантом стабильности и так далее.